Всем привет! Короче, сегодня мы будем 24 часа в наручниках. Посмотрим, как, каково это жить без одной руки. Ну, хотя бы левую. Так. Ну, ложки, кому они нужны вообще? Я так, пальцы. Я сейчас опошу. А, нет, я не эти надел. Сейчас, короче, смотри, тактика такая. Она в лифте, короче, а я остаюсь здесь. Посмотри, кого потянет куда. Да мы сильные. Да мы сильные. Аккуратно. Дверь закрывается. Иди. Шушу. Стань так ржать, как слон. Ну. Кир, ну не отводи руку. О, Кир! Смотри. Нормально вам гуляется? Дёрнула! Она мне нерв зажала. Тряханула так. Ну ты обходи. Мне уже не нравится. А я хочу туда. Я сюда. Да. Пошли дальше. Нет. Ты задолбал. Я хочу палку. Давай палку. Ну помоги. Закрой. Это самое тихое. Когда сказали? Это знаешь, как ночью холодильник открываешь? Я взял. Я тебе переведу. Вы мне еще за вчера должна. За что? За такси. Пидец. Ай, холодно. На 48 я должна. На чуть-чуть. Зуба, блин. Инвестиции в себя очень ты не понимаешь. Сколько? Сколько? Идем в метро. Все самое сложное. Да. Короче, тактика, ребят, такая. Кира оплачивает, а я за ней пробегу. Нет. Все так идут, как будто каждый день так здесь происходит. Вот так вторую прицепила и сидишь. Вот будет себя плохо вести, вот так и вас привяжу здесь. Пока, Кир. Я
личное пространство. Отпустите. Я сейчас сдохну. Я не могу ходить. А где прошла ты? Пожалуйста. Пошли купаться. Я правда, я не хочу домой скинуть. Ну ты посмотри на меня. Так, чё, куда ещё? В авиапарк. Let's go! Сейчас будем ходить на шопинг. Кир, пошли к девочкам покататься. Нет. Yeah. Я не хочу отвозить. Привет, ну вы подписывайтесь. Да, они очень классные. Короче, вон тот мальчик, вон тот. Сказал, что лайк говно. Салам алейкум. Я сказал лайк. Говно. Я ему факт показал. Сам он говно. Она случайно зацепилась за мою руку и держала ее. Он врун. Целых 5 минут. Ты что врешь? Это разве случайность, а? Это разве случайность? Фу. Ладно, ладно, возьму. Короче, следующая задача наша – это сходить покушать. Потому нет, что... давай сначала выберем лук. Давай лук выберем, тебе. Давай мне выберем лук, а потом тебе. Давай что-нибудь одинаковое. Давай тоже дальше пройдем. Давай, Василий. Короче, мы сейчас были в магазине, хотели что-то взять себе, вот, примерить вдвоем. И в итоге ничего не нашли, потому что магазин был плохой, там плохие вещи. Мы идем кушать. Вот он я, предок тоска. Кстати, что я хотел сказать, рассказываю. Она вообще не думает о моем комфорте, чтобы вы понимали. Я, если что, она там, допустим, голову свою почешет, я вот так ручку подвину к ее голове. А как мне что-то нужно? Мои она слова, вот так... это не выдер... уроки-оки. Я а ты что, харьку глаза выколол, думаешь, все можно? Я преподам уроки. Это я тебе преподам уроки. В лайки, хэштег. Назад, снэкбэк. Прямой эфир, прямой. Срубью я, кэшбэк. Деньги. Так, кстати, удобно. Мне красиво. А, ты вообще дурак. Какой ты тупой. Я рюкзак. Это было сложно.
Ну все понятно. Мы, короче, тика сделали. Это самое легкое было, потому что указ стоять с наручниках вообще это изи. Да. Самое сложное сейчас будет есть. Мы что, типа, по очереди такой, а кусай ты, потом я, кусай ты, потом я. Да. Короче, сейчас вы увидите, каково это есть в наручниках. Кусим. Убери это. Ой, вообще... Мне это начинает нравиться. Вот. Второй день, девочка. Вот, снимайся. Снимай по адресу. Салам алейкум. Ну, надо, брат, снимай столик. Сидит, да? Вроде, да, да. Да, надо. Я знаю, Питер. Погнали. Тихо, у меня кипяток. Ты что там делаешь? Пусти. Ну ешь другой рукой. Да я сначала, потом ты. Да я. Вот сиди, пока я буду есть. О, Сима, подними, нет. Ты все ведешь как семья. Ну давай я тебе тоже сделаю. Ты руку помогай мне. Да. А бургер как есть. Вот так вот очень было. Я не могу левой, это очень удобно. А у меня правая. Чуть палец мне не отгрызло. Я тоже его попробую. Самый сложный этап. Мы поели, попили. Я хочу тоже. Ты знаешь, что такое? Нет, я не пойду в твой зал. А как я? Я очень грустно пойду. Девочки, не позорься, пожалуйста, пошли. Пацаны тебя встретят, вот, вот так, типа, оу, давай, давай. А меня девочки отпинают, и вы, блин. Нет, зачем? Давай сначала туда, потом туда. Давай. Сначала туда. Нет, сначала туда. Пиши сейчас туда. Нет, я сказала, я не пойду. Не страшно, понимаешь? Ты просто пойдешь. Глаза закрой. Пошли. Не сказала. Она не хочет со мной идти, Саша. Он не хочет со мной идти. Ну давай сначала я пойду. Ты со мной. А потом ты пойдешь, я с тобой. Давай, ну давай. Вот, видишь? Пошли. Чего видишь, он маленький? Чего? Ну потому что ты меня так тянешь. Все, не пойду никуда, я буду тут стоять. Все, обоссись тут. Я уже обоссалась. Вот, тем более тебя даже не видно. Ты достал меня, блядь. Мне не хватает моего личного пространства, которое у меня было сутки назад. Мы не идем в туалет, потому что мне тут есть. Дома сходим. А как дома мы сходим? Подожду, я тебя отвернусь. Ну вот ты что-то не можешь тянуть? Там уже кисло, блядь. Сказала, нет, здесь страшно, что искать там писсуары. Я никак не могу. Вот так?
Не пойду, сказала. Какие? Какие? Пожалуйста. Пожалуйста. Нет. Обосысь тут. Нет больше. Ну иди вон в уголок. Ты зачем жопу не помнишь? Пойдем бить. Еще берега фото. Танцы. Боишься прикроют эти все пока? Вон так. Я уже, кстати, не могу, потому что у меня начинается вот этот нервяк, когда тебе, знаете, некомфортно, потому что ты не можешь свою руку сувать туда, куда ты хочешь. Повторяй. Ты меня мужчин тоже бросаешь, почему тут себя не спрашивая? А, бля. Ну, потому что я по дороге хочу пройти, не по траве. Ты все равно ты идешь по траве. Потому что ты меня толкнул сюда. Иди ты в жопу. Я припотошоплю там тебе карту кое-что. Рука. Кира, ты мне сейчас вены прорежешь. Не обижайся, Рахман. Что ты меня трогаешь? Нормально? Все. Ну я унес. Фу, у тебя там сопли немного. Отцепите меня, пожалуйста. Я мама целовала, сказала, ты свинья. Ты свинья. Все, угомонил. Такой. Опа, шпагаты. Тянем. Тянем, 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 тянем. Тянем, раз. А там тянем. Клещи. Эди. Ну мы еще встать. Пошлите дальше. Максим, поставь свою ногу. Классно придумала. Все, хватит, съемочный день закончен. Пока. Нет, вам еще спать в наручниках. Давай, все, мы спим в наручниках. Ай! Мы уже дома, ребята. И что ты хочешь? То, что я не сделал в тот день. Видеть хочу, не хочу. Стремно, ребят, попросим. Я закрываю глаза. Ай! Тихо-тихо-тихо. Не приглядывай. Ну ты что меня-то снимаешь? У тебя голая жопа, офигеть. Кир, ну ты за яйцами. А, у тебя, блин, повернись. Ну поворачивайся уже. Ну ты не снег. Я не хочу это слушать. Ля-ля-ля-ля-ля. Помой. Окей.
Руки мыть. Повернись. Да, я пойду руки. Ну что, доброй ночи вам. Не-не-не-не-не-не. Ты вон туда. На пол, Кир. Нет, иди туда. Все, ложимся. А вы спать в одежде будете? Получается, да. Сида. Ложись на пол, Миша. Удобно вам будет так спать? Угу. Все, спокойной ночи. На ночь камеру оставить вам? Нет. Поздно уже, Кира, ты мне прорезала вены. Я знаю, я придумала, как спать. Вот так, типа, понял? Ну, кстати, мне вот так удобно. Мне тоже. А ты иди на пол. На пол.